Понадобятся саморезы, утеплитель, шуруповерт, провод, виноградные ящики, лампы. Ну и, соответственно, у нас получается вот такой термобоксик. Можно выращивать микрозелень и рассаду, ну и не только, просто растения. Если хотите, чтобы было много урожая, тогда используйте садовые держатели, а точнее держатели для плодовых веток. Вот таким образом они крепятся. Железный держатель фиксирует ветку, со временем ветка прирастает, дресневеет. Урожай будет находиться на нужной нам высоте, не придется ставить лестницы. Не обязательно, чтобы дерево было большое. Вот такой 5-летний саженец и на нем столько много яблок. Хотите вырастить огромные овощи, например, гигантскую тыкву, тогда сделайте плодородную грядку своими руками и ставьте рекорды. Всего лишь-то надо выкопать яму, закидать туда трухлявых веток, потом засыпать землей, еще листьев накидать и опять присыпать землей. На следующий год это все перепреет, грядка будет теплая, тыквы будут гигантские, можно поставить рекорд.